пройдет. Чтобы такой исполнять, набив нужно, блядь. Вот, иначе будет пиздец. Полчаса так ходить. Я хочу домой. Где моя девочка? Ой, у вас, короче, там лоси еще. Я все сделаю. Команда, командир. Я все сделаю. Одной рукой только прикрываться. Оля, вернись домой. Оля, вернись. Нет, она с телефоном, с паспортами и совсем ушла от того, что если повернется очень хуёво. Она дебилочка, блядь, поступит. 10 лосей от гостя, Коля, ну, и одну двоечку перебить. Не, давайте мы дождемся сначала. Бля, насчет перебить, короче, могу поспорить немножко. Правый не прошел, бля, отвечаю, потому что он падать начал. Ну нет, донатер просит перебить. Я просто объясню, перебьем, базаров нет. Но левый короткий был, он не звучал, короче, но попал, понимаешь, да? Типа, дюймовый удар, не дюймовый удар. Не, опираться на пол нечем. Это забавно. Чё, команда? Нихуя не забавно. Да нет, подожди. Ты вместе с Дашей, может, я сдумался, потому что вместе с Дашей помним прекрасное выполнение Ольгиной темы. Сюда приехали, нахуй, два наряда ментов, блядь, и три наряда скорой. Вот неизвестно, куда сейчас Оля пошла. Последние наши три. Чума. Я надеюсь, что мы... А? Долги надо... А там, блин... У меня сил больше нет. Я не могу Оля! Ольга, иди сюда! Оля, иди сюда! О!
Ой. Валяй, иди сюда. Она сейчас придет. Вот она идет. Сейчас она тебя обсудит свою. ПМС, блядь. Быть или не быть? Нет, я другое хочу сказать. Можно тебе на ушко? На ушко? Ну иди сюда, сладенький. Неприлично решаю. Мы уже все. Мы стараемся. Ну что, захочешь? В Паттайе сгонять, да? Бля, ну кто на чем учился, может, блядь? Я ничего для тебя не сказать не могу, но, блядь. Где мы случаемся? Ну реально, в смысле, ебать. Обсуждать надо, нахуй, я считаю. Все люди, у всех есть, блядь, мозг, голос, блядь. Как ты, чё это? Yeah.
Ну? Идет она. Все будет нормально. Держись, крепись, боец. Витаминов попей, что ли. Мешает видеть, блядь. Да нет. У меня братья, у меня братья. У меня случай должен пойти. Ебать, на ту же клетку двоих мне. То ли поспать надо. А насчет всего этого, ты знаешь, прекрасно его на сушу не пойдет. Правда, претензий много будет. А и поэтому я тебя и попросил. Помоги мне. Ну, не в этом плане. Помоги мне. Помоги мне. Мне боевушка нахуй нужна. Там всего лишь месяц. Какой подготовки? Физо? Физрически, да. Но это тоже не то хуйня, где, блядь, 100 раз нужно, блядь, 100 барит, блядь, приседать, блядь, 200, 300. Ну это кроссфит. Вот. Даша свидетельство, 300 раз я присел с турбореткой. Ну ничего, на следующий день я встал нормально. Физо, блядь, набивается упорным трудом. Сява. Сейчас, расскажи нам, что этот кукол тебе наплел на ухо. Пожалуйста, каля-кукол, каля-кукуля, куколя, куколя, собака. Я реально слабый по факту. Ну что у нас? Бля, ну зажили были, жаловался. Плохо ебать. Чё, ну прикиньте, столько бухать и в репу получать. Говорит, хочу на отдых в Паттайе сгонять, говорит, хочу ебать, жену порадовать. Вот так вот приблизительно, блядь. Чё у нас по лосям, ребят? Актёр отдыхал. Всё, 10 лосей. Давай развяжем. А потом еще примотаем. Бля, и вообще этой рукой сейчас лучше не надо. Ты там выбил костяшку, сильно там отек, там тебя гематома вынимаешь. Тебе надо сейчас остужать и покурить. Блядь! Че, мы докурим, может? Ну давайте докуриваем. Сорян, ребят, блядь. Бочковать не вариант. Нахуй ты разбиваешь себя, я тебя сам разобью. Да, боже. Я не хочу бить тебя, потому что ты мой друг. Так, брат, ты мой друг, брат. Ты мой друг, брат. Слушай, это насчет, кстати, актеров там вся хуйня. Еще раз, да? Ну, типа, нихуя, как бы, ну, не знаю, ракурс, так, так. Да вижу я. Я не знаю, зачем он отбит, он это бил. Ну, потому что я не хотел бить от друга. Но для меня нет актеров. Для меня есть друг и враг. Если бы враг, то все, возможно, было бы намного печальнее, чем я рассчитываю. Я говорил с тобой про маму?
Да нет, басы. Не да. Бахос. Ну что ж теперь, Алекс? Взялся и взялся. Куда деваться? Да я не... Не имею ничего против него. А давайте горячего лося, если добавим. Я не имею ничего против него. Давайте не будем, как сказать, что... Он вдруг я ударил в бетон. Ну а нахуя, блядь? Он мог себе, но хотел бетон. Давайте сделаем уже, да, доделаем челленджи. Я докурил. Вот эту руку вообще лучше, короче, понял? Не задействуй. Ну, типа, травма будет, то хуёво. Да не так, вот так. Да, бля, глаза... Я сейчас лосей двоечку перебиваю. Бля, да уж, да вот то, что ты заебал. Ну, не после, вы у меня все перебиваете, я с ним разговариваю. Чё, с лосей? Заход. Руку эту не задействую. Серьёзно, говорю, травма хуёвая. Одной, одной. Ну чё ж теперь, Тоня? Сколько лосей? 10. 10, ебать? Может разбить? По 5 хотя бы? Убери, блядь. Подряд, да, мы это уже 2 часа делаем. Ну давайте, да. Ну, двумя руками. У него, блядь, там пизда, нахуй. Вместо руки, серьезно тебе говорю. Он не вариант вообще. Коль, ты ту руку под низ подставь, а эту наверх. Нихуя, блядь. Лучше не трогать, серьезно говорю. Доломаем, блядь. Погнали? Сука! Сука! Блядь! Блядь! Ну как еще час будем делать? Ставь одну руку, Коль, туда. Хуёво попал пальцами. Пальцы. Стараюсь просто, вот, бля, вот так вот сделай, нахуй, я сейчас сломаю это пальцы. Три есть? Зачет? Да, да, да. Эфир, бля. Mm.
чуть-чуть назад. Да, опять. Назад немножко. Угу. Да. Бля, это вот здесь же пластичный, да? Да. Давай я подмотаем. Это вот такое, не знаю, где. Она не будет разгибаться как. Она не будет разгибаться как Артём. Ну, не факт, что вспомнил, это не пальцы в сустав. Шесть было? Да. Это очень долго. Давай я сам подержу и сам добью по-быстрому. Пойдем. Ижан, вставай, заебало. Как он заебал? Ижан, просыпайся. Ижан, заебал, салам алейкум, на работу пора. Ёбана жизнь. Это очень долго. Даже для тебя, да? В смысле даже, ебать. Я могу часами, ёпты, блядь. Только не хочу. Да он спать лёг, блядь. Угу. Там два осталось. Пишем Оле на лбу жирными буквами Gold Chat. ЭПП мамонты. Coming soon. Че писать? На лбу. Я в хуй знаю. Я в хуй не понимаю. Сява топ. Поставьте Сяве песенку. Танцы по желанию. https://www.youtube.com/watch.v=xpxwb0na6vse Жирными буквами Gold Chat. Эпопа мамонты, каминг сун. Давай заделаем. Ответ, музыку. ВС-директор. Включи музыку в ответ. Идем, Оль? Оль. А где я тебя возьму, черный маркер? У меня есть так. Но от того, что вы меня забьете, это не изменит. У меня организм уже не вывозит. Остановитесь, стойте. Бля, я после состояния гроги нахуй вечером, ебать, ходил, блядь, на пацанские разборки, ебать. Хватит, ебать, тоже ныть. Да, хорошего нихуя, отходосом потом долгие были. Хуйню творил, каюсь. Ну, блядь. Ну, возраст еще, конечно, ебать. То, что было в юности, уже не получается. Ой, как будто старый. Бля, мне почти 40, деточка.
Я думал, тебе 20 скоро. Это я просто бухал в свое время много, блядь. Это замедлило строение, блядь. Нет, я просто вольный казак. Поэтому молод. И на ковальне. Иржан заебал. Давай доделай. Да? Сейчас и все. Ну, я не знаю, Андрей Назаров. Сложно сказать. Коль. Коль. Коля сейчас не проснется. Перекур окончен, блядь. Коля. Есть, брат. Пошли, доделаем в натуре, а? Я просто, понимаешь, я могу, блядь, придуриваться и пытаться тебе, ну, сделать, типа, хлопок. Но мы же будем переделывать, пока не получится, ты же понимаешь? Боксер, я на этот вопрос не могу ответить. 105 килограмм, КМС по боксу. Хочу Колю в нокаут, а потом на фоне вытрахать про петуху. Сколько по деньгам? Бля, ты его убьешь, чего, братан. Блядь, что, извращенца, что ли, какие-то, блядь? Коля, давай доделаем челленджи, Коль. У тебя кровище остановилось из рота, кстати. Коль. Да у него зубы там болят просто. Я понимаю, но я ж попал и потекло, понимаешь? Там. Это о. Маркер потек. Какой маркер, бля, я видел, он плевался тоже. Да где твой рот, блядь? Где тут чё? Где Коль? А, вот. Скоро спать. Да что ты его убьешь-то? Ты его убить собрался? Нет. Только лоси заделать. Ну надо, блядь, фиксировать просто. Так он уже не в состоянии, какие лоси. Хотите человека до 70 довести, что ли? До натёра вы хотите довести человека. Я сейчас этим занимаюсь, Алексей. Алекс. До смерти. Сейчас тебе песенка. Нужен Ксанекс. Бля, что, Паша, что ли? Да. Или игра с самим собой. Ой, толка струтрою. Одеялом теплым тебя накрою. Когда не пою, меня кроет. Обожаю мясо с кровью. Кровью тропом входит вам с болью. Это как борьба, как с молью. За вами посуду мою. Ношу на свадьбу губою. О, бой с тенью, бой с тенью. Или игра с самим собою. Ой, нужен Санек. Ой, нужен Санек. Ой, нужен Санек. Когда-то тут был пластик, сейчас четко сланцы, видится выебаны мексиканцы из MS-13. Когда-то тут был пластик, сейчас в шортиках и сланцы. Ой. Таблетки, вакцины, серебро, не певцы.
А он похож на певицу. Обещаю не слиться, и пусть я крыса. Вспоминаю Ксанокс. Нужен Ксанокс. Куда с пьяным человеком драться? Ты что гонишь, блядь? Нужен Ксанокс. Нужен Ксанокс. Куда с пьяным человеком драться? Это то же самое, что ударить в навес. Ты что, блядь, гонишь, блядь? Кто с пьяным человеком будет драться? Нужен Ксанокс. Нужен Ксанокс. Нужен Ксанокс. Очень плохая музыка, очень плохая. Сейчас в шортах и шланцах на Ибице выебан из МС-13. Это ты был плаксый. Сейчас в шортах и шланцах на Ибице выебан мексиканцы из МС-13. Это ты был плаксый. Сейчас в шортах и шланцах на Ибице выебан мексиканцы из МС-13. Это ты был плаксый. Сейчас в шортах и шланцах на Ибице выебаны мексиканцы из МС-13. Забивай, а не бей. Голову подними, ботинку подложи. Он сейчас неудачно здесь ударится, понимаешь? Ему бьешь и затылок об этом бьет, понимаешь? Отвертаешь. Так скины добивали. Ксанокс. Перебей хуево получилось последнее. Вот. Разозлись, блядь, разозлись. Покажи свою боевую, блядь, стойку. Я сейчас руку сниму. Ну что, значит, ирана? Я русский. Коль, давай, пожалуйста, доделаем челленджи и будем завершаться, раз тебе не по себе. Блять, вы его забиваете. Это не шутки. Мы встретились в маршрутке под номером 1. Едем мы молчим. Это не шутки. Что с бинтом полегче руке? Да, без контактного удара. Коль! Ну, там было, конечно, спорно, блядь, но пару раз хорошо прилетело. Ну, конечно, как для Олли. Что делать? У нее страна, как обычно. Я пришел развлекаться. Да, мы лучше трэш, под мост пойдем, чем в такое состояние. Ну и что нам делает донатер? Ну, по крайней мере, я его жена. Ну как писк? Какая? Бля, интересно. Месячный. Крестить его не надо. Крестить его не надо. Ни в коем случае. Кому?
Человек Божий, обшит кожей. Я тоже спать хочу, блядь. Я же не наложусь, не сплю. Хуя. Осмысленные движения вроде появляются. Походу на Марсе есть жизнь. Банда. Два лоса и двойка, тогда на следующий стрим перенос. Коля, ёбаный. Я не хочу с ним биться! Это шара ёбаная тряпка. Я хочу на фронт, нет! Донатер перенес на следующий стрим. Забой. Оставшийся. Бля, ну, ребят, я не знаю, как будет по делам, короче, когда я появлюсь еще. Если вообще, как? Как вам, как вообще, заходит, не заходит, бля? Поделитесь мнениями. Мнения разделились. Естественно. По-любому сейчас. Этот хуеплет бесконтактный строит из себя. Бля, я не выступающий спортсмен. Нихуя. А кто хуеплет? По-любому в мнениях, короче, сейчас просто будет это. Кто хуеплет? Я нахуй. Где мои бы? А, боевых нету. По-любому там сейчас навалили говна, ебать, тонну, да? Ну, кто-то говорит, что заходит, кто-то говорит, не заходит. Я не выступающий спортсмен. Но что хуй плет, никто не говорит. Где мои боевые? Бля, не надо, да, подсказывай. Где мои боевые, Оля? Давайте, ебать, базар, короче, зиру, нахуй. Готов принять ущерб. Если, короче, ну, типа, чтобы не тянуть телегу, пусть он мне это всечет. А? Топ мне заходит. Я не буду тебя бить! Ты не должен. Там ты не должен, нет! ВС-директор говорит, напомни Коле про стержень. ВС-директор, я знаю, что ты хочешь, но нет, этого не будет. Прости меня, брат, я тебя уважаю. Ты что, доделаете двоечку? Я не знаю. Никаких двоечек, нет! Я говорю, предложи, ебать. Да хорош уже от Коли издеваться, блядь. Ущерб, это ущерб, реально, это уже занимал, край. Это край. Свежий, свежий. Это край. А может быть, Коля сделает двоечку актеру, этому гостю? Нет, я не буду. Я его уважаю. Коля может сделать двоечку гостю. Да хули его. Так ты еще и футболист. Вот такие у меня к тебе есть уважение. Брат, ты не друг, блядь. Не-не-не. Блядь! Сука! Бочина. Да как? Да пошёл ты нахуй, блядь. Оля, это от прошлого, пидораса. А чё, печень была? Вот от прошлого. Печень нифига. Повезём. Давай сама двоечку сделаешь. Жалко просто бедолагу. Реально, в смысле, вы недооцениваете, сколько ущерба. Кто, бля, за ММА следил? Были бойцы, короче, в прайде особенно, которые... Ты натер, поняла тебя. Например, Сакураба, да? Сколько он ущерба и как он, ну, деградировал, когда... Да мы не знаем, никто такого... Я не с тобой разговариваю. Поступисотый. Сука. Коля, сделаешь Оле щелбан, пожалуйста, был донат, пока ты встал. Чего ты сделаешь? Щелбан тебе был. Давай, сделай. Сделай Коле, Оле, пожалуйста. Где? Блять! А какая нахуй разница в перчатках? Изи-писи тоже так считаем. У меня
Да, круто. А что у тебя с ливером? Я не вижу. А ты, ну, присядь, да, я гляну. Я чуть-чуть понимаю. Не знаю, Винстон. Это что такое, блядь? Это что такое? Это что такое? Вот здесь не больно. Ну чего, что такое? Нормально, да, засадили же. Это когда это про мента, что ли, говорят? Вы про что вообще говорите? Ну, он в смысле пытался меня поднять и сломался. Нет, нет вообще. Охуенно. Чатик, Коль говорит, можешь не играть на камеру, никто не видит. Да не играй его нахуй. Сейчас только. Дай помочь! Да не мучай его, дай посмотреть, ущерб просто интересно. Пальпирует. Так положи нормально, перчатки. Как я его нахуй положу? Перчатки-то положи, нахуя ты их взял в руки? Пожалуйста! Здесь ниш. Я. ВС директор говорит, поджелудочная вышла из чата. Нет еще. У меня, блядь, пару товарищей от острого панкреатита добухались. Нихуя это не так выглядело. Скоро. Быстро, блядь. Давай, заебал. Ну, бля, надо это самое. Бодяг, хуяр, короче. Рассасывать надо, там есть гематомы и уши придут, блядь. Ну, тату блядь. Вышло из чата. Да нет, блядь. Да мне бог, кто вышел из чата. Ну, вообще-то, так-то, бля, в день набива нельзя вот этой хуйней страдать. Натирать, стирать чернилы, как бы, ну, могут тоже выйти из чата. Клоун, твоя мама. Курить будешь? Не куришь, красавец. Какой раз уже бросаешь? Парень, мастер казачьего удара от отложенной смерти. Как смешно, блядь. Как, блядь. Как обожрались, блядь. Оль, ты чё негатив? Это не я. Да это не оператор. Начальник, меня тут не было. Стреляет, я озвучиваю. Оля. Красавец. Пойдем, посидим. Не могу. Попиздим. Зажили, были. Пойдем к вам убить. Николай. Коля без меня никуда не пойдет. Да пошли на диван, посидим. Да? Коля без меня никуда не пойдет. Бля, дай пацанам выйти, бля, прогуляться по девочкам. Хотим тоже с пониманием отнести. Короче, я пошла ты домой больше. По девочкам это больная тема, зря ты это сказал. Да, Коля, иди, пожалуйста, Олю догони. Так, быстро. Да сейчас, я тебя догоню. Да что, все. Блядь, я тебе докажу, что я тебе не могу. Ты мне докажешь, что ты не можешь? Можешь в окно, в руку. Не могу.
Екатерина. Не воткну. Слушай, ну мент тебя... Да все, хватит подстраиваться. Пойми. Вот как кого я подстраиваюсь? Я тебе говорю, что мент тебя больше и сильнее. Больше. Чего осталось? Ноги. Чего? Ноги от организма. Нули? Да, сейчас. Да ты не откинешься. Нет, я хочу жену, я хочу обнять. Хочет жену обнять, говорит. Я хочу добра. Добра, говорит, хочет. Какого-нибудь от этого. Говорят, у тебя оргазм. Я сейчас обоснусь, у меня не оргазм, я хочу за туалет, где моя жена, кто меня проводит? Ну иди в туалет сходи, зачем тебя провожать? Я не могу. Он твою жену увел, Коль. Тони, я пытаюсь творить. Фуфло получается одно. А Тони. Че, Коль? В туалет меня отведи. Я рядом с Дашкой пописать боюсь. Так ее писи. Отведи меня. Позови меня в запой. Я приду сквозь злые ночи, я останусь за тобой. Чтобы пусть мне не пророчен, я приду туда, где ты. Нарисуешь в небе солнце, где разбитые мечты. Спасибо, Тоня. Ты всегда поддерживаешь меня в трудную минуту. Оля, что, я ценю это и замечаю. Мы давно смеялись. Опять снова. Оль, над тобой вообще сейчас не смеялись. Ну, этот человек не будет спрятать. Я говорю... Какой человек, Оль? Ты чат читаешь, ютубовский? Да нет, я лучше проститутка сама войду. Ну да, у меня для тебя плохие новости. Почему? Ну, типа это... Ну, типа... Ну, короче, я проституток знаю, ебать. Ну типа, хуёво, короче, ебать. Ну, долго всегда тебе ходить, чтобы этим заниматься. Оля, мы все тяжёлая тут работа, смеялись. Это тяжелая работа, девчонки стараются, там надо уметь, блядь. Оля, над тобой смеются, потому что ты руина. Ты руинишь? В смысле, я руиню, блядь? Ну, а хули ты уходишь, блядь, истеришь? Ну дай мне уйти, блядь, и стримите сколько хотите, блядь, в чем проблема? Ну мы не хотим, чтобы ты уходила. Зачем вообще просто? А нахуй мне здесь сидеть? А нахуй нет? А нахуй да. Бля, про собаку у тебя, конечно, даже красивая. Угу. А ты себе некрасиво видишь. Нельзя так с людьми. А сам может? А что тебе нужно? Не, на лосу постригли зеленый Габриэля, блядь. Надо мной издевается. Я еще должна себя вести, как я хочу. Бля, ну это издержки профессии, дорогая моя. Дорогая и, моя? Меня руки обнаждают. Но да нахуй мне это надо, блядь. От своей работы. Риски свои у каждого. Да мне похуй, у тебя твоя работа, а я не хочу этой работой заниматься. Все. Оля, они презирают тебя. Хорошо. Ай, не накидывайте говна на вентилятор. У человека творческий кризис, блядь. Нет, чат хочет накидывать говна на вентилятор. Не мешай. Не мешай чату. А мне нахуй, я донаты не принимаю. Донаты не принимаю. Будут донаты, а они пойдут только в хуй.
Окончательное заявление! Окончательное! Мне поебать вообще! Донаты только в хуй! Все! Даша сказала, сейчас будем завершать! Значит, будем завершать! Давно в монетки не играл. Да, они меня не уважают, я нахуй никому не уперлась. Только деньги, деньги в походе. Деньги, деньги, дреби, деньги, позабыв покой. А я сегодня только две сосиски съела за два дня. Целый день. Зато съела калории водки нормально. А ты что съел? Я что ел? Я ел, короче, шаурму ебать с чесночным соусом. А, я ел, короче, бля, московскую плюшку или саратовскую, не помню. Ну, сладкую, короче. Пять энергетосов и сникерс. Большой. Съешь сосиску гостя. Это сосиска, блядь. Жесть. В одном, нахуй, экземпляре, поэтому... Просто, блядь. Быстро. Куда попала, она не попадает. Я буду еще хуже делать. Мне уже терять нечего. Бля, да что за хуйня им там? Стол липкий, потому что... Нет, ну Даша же деньги не уводится, сколько уже донатов? Я же тебе, Оль, только что дала деньги наличные. Не дала, если мы больше заработали. Ну так я не могу тебе больше дать, я тебе дала свои деньги, которые у меня были с собой. Это что такое? Выведется, посчитаем и заберешь деньги. Че ты переживаешь, Оль? Даша, Оль, не ругайся, пошел. Мало. Не ругайся. Говорит, мало. Ну ты, Коля, лежишь, это самое, говоришь, что тебя убивают. Оля нервничает. Ребят, ну я легковес, блядь. Конечно, могу хорошо шлепнуть, я ронял людей. Но, блядь, я... Ну, конечно, я не в полную силу махал, естественно. 5000 рублей дала бумажка. У меня с собой были 5000 рублей. Вот я ей дала. Не трогайте меня, я не достоин. Я ничего такого не знаю. Татуировка есть. Все они... Девочки сами нашли. Ебай, да, кстати, да. Что? Это перебор. Сколько ватчелла сегодня скушали, ребята? Ребят, сколько ты ватчелла скушали? Короче, я перебор. Я услышал, что Олег хочет потанцевать. https двоеточие слэш слэш www.youtube.com/watch v равно 0.3.ui. Я сказала, что я донаты не принимаю. Не надо, брат, не надо, пожалуйста. Я тебя просил изначально, как ты пришел, пожалуйста. Да, что он к тебе просто подошел, что не надо-то? Да. Ты так... чего мучаешь? Да потому что я подумал, что это Антон Мит. Не трогай его вообще. Он по бесам пошел, он бил меня. Тебе не холодно? Мне надо дверь закрыть надо, да? Кого стреляют? Мне трещат, я не способен защищаться почти. Защищайтесь, канале. Почти. Даша, ну ты же знаешь меня на язык. На язык? На язык. А, на язык. Ты же знаешь. Сейчас. Короче, это избивательство и издевательство над Колей. Нет, я сейчас встану, я буду за себя защищаться до конца. Просто это все кончится. Не для стримерской контенции. Сява, братишка.
Нахуй ты сидишь рядом с Олей? До этого 15 минут назад там сидел калявый в босых сырых штанах. Чекни, он обосрался. Я что-то сниму, я все поменяю, не понимаю. Я не то, я не собираюсь с ним браться. Я не хочу этого делать. Нахуя, Коля, так позорись? Нахуя, Коля, так позорись? Это будет нечестно, потому что я не хочу. Но это все слишком, короче. Я не буду. Ну, кому как? Да нет, Кто чего стоит? Кто истинный воин, а кто лживый герой? Оля, это тебе Таня, Соль. Почему я должен с ним на правах проходить? Да, блядь, я не хочу. Где мои штаны, Оль? Дай мне какие-нибудь штаны. Блядь, вот у меня сейчас реально... Дай мне одни штаны. Я не хочу тут драться. Если хочу, я хочу там. Да ты мне оттуда штаны дай. На самом деле, ты гонишь? Я на камеру не могу выйти. Да? Да? Оля, у меня забивает там. И, блядь, просто так, блядь. У нас бой. Ну давай, бейся. Сначала побейся, потом танцуй. Да, блядь, с голым хуём я, блядь, биться не далеко! С голым членом мне с ним драться, блядь! Ты серьёзно? Это ж каким таким образом, блядь? И причём в банке, в штанах, ещё и пизды. Давай! Такие джинсы скины носили для моей юности. Давайте, короче, решайте. Либо я ущерб за него получу. Честно, кефалом он заебал. Никто не захочет. Не, базаров нет. Просто или переносить, потому что... И Донатер сказал, то, что да, он не против перенести. Просто если Коля встал, если он готов... Я встал, блядь, в состоянии. Потом полчаса просто не будем, блядь. Я не в состоянии. Оля не в настроении, у нее... То месячный, то по-моему. Нет, я считаю, то, что если я встал в трезвом состоянии, это будет вполне логически. Не, я бы перенес, либо получил за него сейчас. Нет, Донатер на это не согласен. Не, базаров нет. А я бизнес против него не хочу. Донатер прав. Даже если он это не сказал, он все равно на это не согласен. Я биться против него не хочу, ну ладно. Можем написать... А кто написал, что это не согласен? Да, ну, потому что, понимаешь, Оля, это в кровь, битва. Я по минутам смотрю. Да тут не по минутам, это в кровь. Дайте шпиль прессовать. Давай покурим. Блядь, братан, давай это покурим. Это шабада, выпавшая и так ничего не делает. Плевать на нее. Пусть а Коля его спасать? А Коленька пускает. Кого, меня? Выпьет. Или его? Кого от кого надо спасать? Нет, я посмотрела, когда это было, я запомнила, сколько это минут. Ты говоришь, Донатер, на это не согласен. Скажи, балаклава, дно, вязанка рулит, это хуйня вообще. Это в чате было. Я знаю, давай я посмотрю, если я буду отбиваться. Я не знаю, Оль, я за этим не знаю. Я максимально отобьюсь, но читай чат. Балаклава точно не спасет от отбивания, блядь.
Не бронежилет. Не было такого. Да, блядь, да мы не должны с ним драться. Чего? Нет. Ну, да, хорошо, не будем. Это бред. Нет, да можно кто дерется вообще, защиту, короче, на ринг выскочить, здесь есть желание, я тебе дам поработать. Давайте придумайте почем. Посмотрим, на что Коля способен в активной атаке. В активной или в пьяной, блядь, которая, блядь, одна нога, другая нахуй посылает. Ну давай быстрее. Я накидываю идеи. Давай быстрее по бундосе, давай. Нет, я ни на что не способен. Да, я согласен на улицу сейчас быть. Я ни на что не способен. Коль, тебе на масло да надо было, на рюмку. Ну, это уже поздно, это завтра. Это уже следующий челлендж. Ты научись, пожалуйста, их считать и устанавливать в очередь. В смысле, начинай, научись считать. Я считаю, и они у меня в очереди. А я еще раз. Ну, тогда щелбан. Я сразу не буду. Мы были с ним деремся. На этот донат был? Не было, не было. Не было? Вообще не было. А нахуя? Вообще не даже не говорил, ты сам придумал эту хуйню. Да мне показалось, Даша сказала. Нет, значит, нету на этого доната и не будет. Я не хочу драться с этим человеком, он для меня друг. Он для меня друг такой же, как и Даша. Вы драться будете. Давай. Вот придумывай. Женушка, блядь. Ударь меня лодкой на колено тебе стану. Это, кстати, часть тренировок. На колено пиздишься. Нет. Ты ему, он тебе. Все. Не-не, лоси, короче, переносится. Или что там был, жвачки? Я не буду бить его. Я его бить не буду. Ни за какой донат. А, ты уже друга себе нашел. Давай, а тебя други могут бить, да? Да, я нашел. Даша, а тебя други могут бить? А ты им еду в баночках готовишь. Ухаживает за ними. Не знаю, эти бомжи обоссаны кинут кого угодно. Так, еще ну, поимеешь с ними проблемы. Я сейчас пойду и куплю. Я? Давайте я схожу и куплю. Не буду бить своего друга. Я тебе цветочек даю. А если буду, то это будет корм гениально сейчас. Оль, тебе цветочек дарят. Но я сейчас даже могу курить сигарету. Нет, мне похуй, я сейчас, я два дня ничего не кушала. Нет, два дня ничего не... Да они нас, блядь, в бля, бабе Оль, мы вообще-то вчера в Маке жрали вечером. Ну, а сегодня что? Ну, а сегодня вот, и все остальное. Например? Вот такое вот есть, вот такое, вот такое. Драться никто не заставляет. Хорошо, давайте. Я пошла в магазин. Ты любишь рот? Подожди, стой. Скажи. Подожди, цветочек возьми. Скажи честно. Давай, возьми. Скажи честно, ты любишь рок? Рок? Особенно тяжелый. А помнишь, ты перепевал... А в темноте из пасти ада, блядь. Талант перебивал. Русский, ну, он сам по себе русский перебивал. Ну, да без комментариев, Бэткэт. Блядь, я так не скажу. Я больше по-американски, ну, английско-американски. Ну, вообще поет это американские эти, блядь, как... Давайте, Коля, раз ты это самое уже встал, давайте мы челленджи доделаем в таком случае. А что там? У нас осталось два лося и одна двойка. Бля, ну два лося точно доделать надо. Ну, я сейчас... Мою личную. Ну, давайте мы покурим и доделаем. Согласна, Ева. Мы не успеваем, блядь, между вашими челленджами, блядь. Вот мы стали покурить. И не знаю, что сделать-то, блядь. Ебать, Коль, я тебе сейчас расскажу, что делать. У тебя два лося, одна двойка и одно масло. И стереть татуировку. А как я стереть татуировку? Рюмка масла на столе! А как я стеру вопрос татуировку? Я хуже знаю. Ну, вот мне тоже интересно.
Ветер плачет за окном тихой болью. Слушай, ты наизусть не знаешь? Нет, этого... Отзывается во мне этой молодой луны крики. Не, лучше короля и шута. Ладно, подожди, что тебе? Думала, сядать мне надо? Ну, давай. Блядь, господи. Сбодрился. Может, ты... Да не сбодрился, ты, блядь, нормально мне убил. Нормально! Лося, два лося. Не, это там дырка, короче, отойди. Дырка сейчас споткнёшься. Блядь, давай уже, серьёзно, давай. Споткнёшься. Можно дюймовый удар попробовать? У меня, короче, раньше было. Слушай, твой дюймовый удар, это, блядь, что-то волшебное. Давай ты немножко обычный. Нет, нормально. Норма, ты помнишь, почти мне смерть поставил. Но рука что, откуда? Это... Да, блядь, отходит от удара. Сейчас мне откроют. Двоечка. Двоечку что, перенесем, может? Нет, двоечку да делаем. Не, все серьезно. Не, я сказал, двойки больше не принимаю. А это смотри, старая что? Двойка. Старая, добрая. Старая двойка, и все у тебя вот написано на экране, что ты забой не принимаешь. Одну двойку вот эту делаем, и все. Подождите, дайте мне себя тогда прийти подготовиться к этому, блядь. Потому что у него. Я сейчас не буду. У него двоечки-то вообще-то волшебные. Они просто резкие. Массы нет, приходит скоростью, брат. Да ты здесь, братан, послушай, здесь не Вася. Здесь. Дело в том, что прошлый я знаю, безумный человек отбил мне уже голову. Просто если я сейчас упаду... Я весь эфир не смотрел. Но он отбил мне ее. Рой Джонс. Ну что, делаем? Делаем, давай. Только если я упаду, постарайся меня поймать. Покажи тату в камеру. Бля, давай сейчас сделаю потом. Да вот она, бля. Вот она. Она никуда не стерлась. Это тату. Все, готово? Принимается? Удары тоже, кстати, принимать уметь надо, тебе потом лучше. Я никого, Алексей Пелевин, не банила. Давай, вставай, боец. Миссия окончена.
Короче, ребят, спокойной ночи. Да хуй знает, что она там орёт. Ну ладно, ладно, уговорили. Вьетнам, я пойду посмотрю, что там у вас пока что Стол ТВ. Да не офую, не офую, я не офую. Но пойду посмотрю, что там. Зарплата, телефон, деньги. Где телефон, я понятия не имею. Вон, остальные. Может, вы, Коль, туда пойдете уже, раз такое дело? Зарплата, телефон, деньги. Куда мы пойдем, блядь? Я не знаю, что она требует. Или разберись с ней тогда. А как? Как ты умеешь. Ну, поебалу, пока я получаю. Ну, это я не знаю, Коль, уже решите что-нибудь. Я не собираюсь. Нет, ну, тогда идите. Раз мне это все не устраивает. В смысле, куда идти? Нахуй не надо, вы что, он не терпел, что вы видели, ничего? Да в тебе никто ничего не увидел. Ну а нахуя мне это? Ну я откуда знаю, что она... Ну разберись, ты пожалуйста. Телефон это я сейчас воспуляю тогда. Покажи ей, Оль, кто тебе дороже. Тогда пойдете, проветритесь. Я много выпил! Реально, или заткни ее. Нахуй мне это надо, вот эта вот истерика. Ну, в смысле ты замечательный говоришь, сумбольный вечер. Что мне с ней делать, либо отпиздить ее, либо что? Оля! Пиздец, ребята, нахуй. Оля, иди сюда. Почему ты не можешь телефоны передавать? Ты дрожь в пола. Покажи мне свой боевой клич. Или и заходи сюда в тепло, блядь, и посмотрим, что у тебя там. Оля, решил вопрос. Блядь, а как ты мне предлагаешь, Даша, решить вопрос, блядь? Не бить же ебальник с ноги. Ну, завести Олю сюда, по крайней мере, чтобы она там... Ну, завести ее сюда, это хорошее вообще решение, я не знаю, что ей дать. И какой телефон. Стараешь, да, мобилу? Поставь, пожалуйста, камеру на вход. Лайвстрим! Нет, ты ставь, ставь. Да это не видно, там выше поднимать надо. Она присела. Опа, блядь. Хуяк. Никуда не уйдет. Коля. А что Коля, блядь? Она орёт на улице. Да. А что ты не предлагаешь, блядь? Ну реально, пиздите ногами. Да зайди ты, ёбаная принцесса, блядь. Блять, короче, я психану сейчас. Оля! Смотри, вот могила. Да, я
балл получаю я, почему там кто? Дай! На! Второй! Поверни, пожалуйста, второй. Блядь! Второй! Бля, я не знаю, где он, потому что... Чё там? В кадре чё? Украли! Нет, никто чё не украл. После двоек я просто не знаю, куда просто летел. Ну? Чё в кадре? Возможно, он никуда не отлетел. В телегу позвони мне даже. Я не знаю, эту тему угомонить. Ёп, твою мать, неужели это... Как все сложно закончить стрим? Как все сложно закончить понимать деньги? Деньги, 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 деньги! Оля. А мне кажется, у тебя ВС-директор надраконил, да? Нет. Не смей против него говорить. Вот сейчас... Деньги, 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 деньги! Я против него ничего и не говорю. Он вообще ни одного слова против этого не говорит. Давайте. О, Богдан звонит. А вот Богдан пидорас. Давай! Богдан пидорас. Здорово! Давай мне телефон! Че, еще Ольги на похмел решил звонить? И я уже заебись, ебать. Че ты звонишь-то, блядь, дебила? Пошел нахуй! Дай мне мой телефон! Ты что, не можешь мне дать мой телефон? В смысле, а дальше мне как общаться с твоими подписчиками? The draws in the fish. Балаклава. Кстати. А ты чё любишь по музыке? Я? Ну ты Оля? Ты Коля. Нет, я люблю человек. Русский сбил мой Байрактар. Я люблю... Всё, доигрались, теперь никакого стрима больше не будет вообще, блядь. После сегодняшнего. Да, с какого бы хуя? С какого хуя? Ты ж сегодня хотел уходить съебаться. Это называется алкоголь на велении. Побег ТВ. Побег из Шоушенка. Побег из Шоушенка. Так и будет теперь. У вас так не будет? За столом сидели, мужики не ели. Не, Коль, если вы реально собрались, то мы включаем. Ты ходила в магазин. Да пошла ты нахуй! Что таскает наши ушки? Вопли. Да пошла ты нахуй! Слышь ты, блядь, тебе пизду показывать, сколько влезает, блядь. Ты должен отличить, блядь, слышь? Да мне пох! Коль, ты на меня уходишь, блядь, как нибон, блядь. Motherfucker, nigga. What you say, nigga? Motherfucker, bitch. Ты сейчас сниму на маску, блядь, и увидишь свою на маску, блядь. На маску, блядь. Это вам нахуй не под маска, блядь. А я говорю, еще должны штрафы быть. Да, меня попускают. Оба. Дай порисовать. Ну, я просто этого не выдержу. Дай порисовать. Жалко, да? Да, я хочу на улице. Я хочу покурить на улице. Я хочу на рисунок на бумаге. Оля, не выдавайся. У тебя нога же болит. Просто. Оля, а у меня уже не болит. Ну, хватит! Ты же, это же папа! Ты же военный! Красивый военный! Нет, я просто думаю. Да, ты в натуре выйдешь, отвечаю. Я? Да нет, ты красавчик. Да, держишь, как мужик. Гуляй, без шуток.
Учитывая, блядь, твой образ жизни. Коль, что, может, рюмку масла выпьешь, раз такое дело? Оля, иди сюда. Давай рюмку масла, а потом иди сюда, военный. Давай, я выпью рюмку масла, выпью рюмку спирта, рим, выпью рюмку водки, мне похуй. А, давай я вот ебану нахуй, а я чё ебать? Масло будешь? Покажи мне на камеру. Да, да, да. Жидкость желтая, санина не воняет. Кроет, мистери, кроет. Не то. Ее просто надраконили там. Да, кстати, вот по поводу. Надраконили это есть. Ну ладно, давайте выпьем рюмку масла. Ну а как мы определим рюмку? Рюмку, ну блядь. Давайте вот. Рюмка. Ну, вроде бы как рюмка. Рюмка как рюмка. Цветочки ему не понравился, что ли? Да, верно, верно. Я не знаю, кто в эту рюмку зашла. Да, ну подожди. А ты рисовать собрался? Ну да. Так. Коль, бытует мнение? Диктует мнение? Бытует мнение. Да. Ты очень бытует сильно мнение. Ведешься на чат, уж без обид. Да, ну нет, Коль, я видела сообщение ВС-директора Воли, и что он мне там пишет, тоже я видела. А, ВС-директор, он очень сильно хочет нас с Ольгой. Он миллион готов заплатить. Там мы расстались. Но не хватит у него этих денег. Я миллион заработаю. Так а что у нас по маслу, Коль? Ну, выпил. ВС-директор говорит, только 950к у меня не докопил. Не докопил на колено новую. ВС-директор, нахуя ты драконишь? Ты хочешь, чтобы я их выпиздила? Просто мне вот интересно. Ну вот. А я только с Колей подружился. Можно вместе красками порисовать. А нет, все печально. Дашенька, пусть Николай снимет маски и подойдет крупно в кадр. Ждем. Подойди крупно в кадр. А чё подойди крупно в кадр? Сейчас ждём мою каску. Ну а тебе какой смысл мою из этого? Мою каску изымут. Ну какой тебе смысл? Ну, у меня смысл то, что я хотел её как автограф поставить. Вот сейчас я вижу ворота открыто. А значит... Коль, ВС-директор в чатике говорит «да». Что он, хочет, вызовет, ну и... что он хочет, чтобы вы пошли, так сказать. А куда мы пошли? Ну, я не знаю, ВС-директор, да, говорит. Ага. Пидорман, да. Уже пошли. Чё тут да, Люда Ящер? Ну, чё тут да, я понял, что Оля склоняется к чему. Да, ну что, муж и жена, одна сатана, так ой. Сказать. Раз Оля склоняется... Нихуя не одна сатана. Ну тогда пусть что, Оля идет к ВС-директору, ты останешься, так что ли получается, Коль? Ну она сейчас идет в полицию, блядь, дебил. Вот ее как бы я остановлю. А как я ее остановлю? Ну я не знаю. Свою мочу в чужую голову не пересадишь. Сейчас здесь начнется. Развить. Из какарды. Ну это развитый ВС-директор, ответ такой. Заебать, но... Знаешь, я видела, как ты их не бросала в голд-чате. А ВС-директор. Ты просто хочешь их назад в голд-чат. Даша, я так это понимаю.
Да, чё, стоп, чё ты мне вот запитаешь? Нет. Я буду говорить то, что считаю нужным. Мне ты можешь говорить то, что считаешь нужным. Спасибо, я знаю, Коль. Пожалуйста, да. Он вообще не существует в том чате. Ну, не существует, значит, у него какой-то свой, как сказать, этот... интерес. Интересный интерес. Короче, поиграем-ка я пока в КС-ку. Да не, я думаю, Коль, тебе надо, наверное, туда же за Олей пойти, раз а такое дело. А, в смысле, а куда за Олей? Вы заруинили опять субботний стрим, Коль. А что я заруинил? С этой татуировкой. Я даже не знаю, вот куда она пошла. Явы. Да мне похуй, Коль. Мне просто похуй. А с кем я должна дружить, директор? С кем? С Ольгой. Я сама себе пиздатый друг, я так тебе скажу. А Ольга считает себя другом. И, кстати, на самом деле. Я вижу, как она считает меня другом. Нет, она тебя реально считает другом, потому что, когда ей предлагают уйти от тебя, она говорит то, что я от своей подруги никуда не уйду. Ебать, как будто пятиклассник. Ну, допустим, они тебя друзья. Ну, ты вот сейчас, что, как сказать, вот сейчас они пойдут на улицу, твои друзья. Тебе будет радостно от того, что твои друзья пойдут на улицу? Я вообще не понимаю, какого хуя произошло. Коля Зайчик. Подойди к камере, покажи свою настоящую тату, пожалуйста. Я не буду тебе показывать никакую настоящую тату, ты меня уже заебал. Спасибо тебе за донат, 55 рублей. У меня тут немножко... ВС-директор говорит, что оплатит вам кровь, еду и, естественно, вкусно водочку. У меня... Какая водка любимая? У меня есть... Жена, у которой есть подруга. Ведь только ради этого я отсюда не разберусь. О, какая подруга у твоей жены? Ну, ВС-директор, говорит, хочет. Хочет все вам давно оплачивать. Давно хочет. ВС-директор настоящий друг, хочет за все он оплачивать. Мой друг, а ты моя подруга. И поэтому мы между друг другом разрываемся. Да, я не пойду против своей жены, потому что у нее есть настоящая подруга. Да, ВС-директор рили байтит на конфликт между Колей и Дашей. Три богатыря пусть выпьет, остынет. Три богатыря, Коль. Чек. Назови мне чек. В каком смысле чем? В прямом смысле, чем? Водка закончилась? Да, ее нет больше. Ну, тогда заменяем три богатыря на три абсента. Куй нахуй меня, зря время терять. Ебать, нахуй, ты меня рисовать, что собираешься? Ебать, я уже ебанул. Кого? Надо кисти. Эй, стой. Эй, ямщик, поворачивай к черту! Новой дорогой поедем. Я давай. Тоже Король и Шут люблю, но... Это не Король и Шут. Не настолько, блядь. Это Гарик, сука, чё? Это как раз путь вниз. Богатей. Не, ну вы интересно. Может, Коле и комфортно, но Оле, видишь, некомфортно, потому что Оля читала твои сообщения. Я твои сообщения тоже видела. И делаю вид, что ты байтишь на конфликт. Братан, пришел один донат. Ты выполняешь несколько. Это как? В смысле? Он вообще никакой донат не выполняет, он играется, ходит. Гуляется. А, ты красишь на бумажке, я думал, на моем лице, блядь, испугался. Коль, три абсента. Три абсента. Три абсента. Это в итоге шесть таких рюмочек. Какая же прелесть. Шесть? Ну, она 300 да грамм. Да я не читаю. Она в 300 грамм. Я мельком видел на экране.
Бля, апартамент так шикарный, на самом деле. Чуть-чуть ебать. Штукатуркой протянуть. Штукатурка, бля. Мало-мало, бля. Три оценки. По инженерке, если надо будет человек, Даша, скажешь, могу подогнать по полу. Не, я знаю, чем закончится. Распад белого. Бля, ну на самом деле ничего такого не было. Она заистерила народ. Если будет распад белого. Ты согласен? Она заистерила народ. Да, это дело не в том, что я согласен. Ты не понимаешь, что такое распад белого, и не знаешь, что такое белого. Ну вам, конечно. Распад? Девичья фамилия. Это будет означать? Полураспад на туре. Да это все, пизда. Ну полураспад. Но я, если она уйдет, я пойду за ней. Ты же мужик. А не фуфло. Ты че, кстати, с чатом не фоткаешь? Подойди к камере, а вот 200 рэ закинули. А, не, он пьет, я слежу. Но все равно, надо пожелать всем, сказать спасибо. За донат. Спасибо за донат. Надо быть вежливым. Ближе к камере. Вежливость – лучшее оружие вора. Сколько надо выпить? Три вроде. Три же есть. Жижа закончилась энергичная? Нет, есть в багажнике. Сейчас скажу. Проследишь ты за три богатыря? Сейчас я пасу, короче, моменты можно, окей? Да. Как раз путь вниз. Алло. Куда я знаю, Оля? Оставив мне Counter-Strike, это не значит, что вы лишите меня жены. Оля, откуда я знаю, почему он за тобой не зашел? Куда ему за тобой зайти? Давай я тебе ему передам. С какой проституткой? Да ты что? Господь с тобой. Какие проститутки, Оль? Да вообще про проституток, блядь, речи не было, я тебе еще раз говорю. Она сама говорила про проституток, ее просто поменяла. Я не знаю, Оль, почему он за тобой не пошел, я тебе так скажу. Я тут, как минимум, Оль, Оля злится, что ты за ней не пошел. Да куда за ней? Через 4 минуты после того, как она вышла. Себя. Она вышла для того, чтобы ты за ней пошел, чтобы ты понимал. Послушай, и знаешь, что спел? Ты должен идти за ней такой. Послушай, остановись, пока почему? Не поздно. Почему, Коль, водка стоит больше, чем Оля? Я, а водки не было, была цель. Почему гонишься, блядь? Короче, какая Оля, вообще он выпил рюмку масла, я тебе так скажу. Оля... находится, если она ну, я не знаю, дверь, зачем она находится не пошел, в зоне действия Wi-Fi. А это значит за воротами. Максимум. Оля, ты что несешь? Оля. Короче, Коль. Оля говорит, давай оставшиеся деньги Коле. Она пожать принесет мужику, ебать, хозяйка она. Или он должен сосиски жрать? Не принесет. Взяла бабки, пошла за едой. Короче, Оля, это самое, Коля. Давайте вы, наверное, пойдете, куда вас там ВС-директор зовет, раз такая хуйня. Или иди ее успокой, пусть она извинится, или собирайся. На, возьми трубку, она звонит. Иди, бери трубку. Послушай, остановись, пока не поздно, я подойду мне за тобой. Коля на проститутку, гуляй, Николай. 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 Коля на проститутку.
Да нет, я знаю, что нам взять. Опять. Алло. Смотри, вот сюда нажмешь. Алло. Багажник подойдешь. Работает? Нет, там само... Салямба нам возьми нахуй, он вообще заебись зайдет. Так, блядь, как позвонить этой шлюхе? Зажигалку оттуда убери с той руки. Ну все. Спасибо за совет. Просто я так уже ее запускала. Я сейчас разберусь, где? Да нет, сейчас я разберусь. Нет. Дай телефон. Нихуя ты разобрал. Вот так вопрос, хочешь ли ты этого? Ты ее любишь? Оля? К сожалению, да. Да, люблю. Ну, вейс-директор, они мне ставят условия. Чего? Тем самым... Вейс-директор? Я считаю, что имею право ставить условия. Ах ты, пидорас, вейс-директор? А ты нихуя сослик, пидор! Как вы все хотите настроить нас друг против друга? Попробуй. Потому что ВС-директор собирает информацию и настраивает нас против наших друзей. Нет, не настраивает, прикинь. Друзей. Да, дай мне оставшиеся деньги. Я в кубу хожу, мне это нахуй нужно. В смысле ты... Ну, вместе с Колей идите туда, Оля. Давай, давай. Я одет, но куда мне уходить? И могу ли я спросить... Пойдем, сейчас такси приедет, возьмем. Могу ли я забрать ноутбук? Да, можешь не забирать, я оттуда вообще все вышло. Там похуй. Я ради этого ноутбука все чем... Да похуй, я оттуда все вышло. Я из почты все вышло, из телеги все вышло, мне похуй. Этот ноутбук для меня... Ты для себя сделал зло. Не захотел со мной уйти, не захотел со мной нормально лечь. Я хочу с тобой... Даже хотел уходить домой, ты сказал, давай будем продолжать. Я хочу нормально с тобой лечь. Пусть... Ну давай ложись! Я ложусь. Даже закрывай. Чего закрывать? Трансу. Они хотят смотреть еще пока. Давай, мы не принимаем. Если хотят трансу смотреть, ну пусть подождут. Коля спит. Не надо, Оля, не надо, Оля, не надо. Где перчатки одел, шлем одел, биться готов. Но мне не за что биться, потому что Даша очень локально и хорошо к нам относится. Я не понимаю, за что. То, что у вас... Можно же? Женский... А Вадим оставался, да? О, нет. Да, блядь, скоро уже запрограмма. Наверное. Ну, что, нахуй? Где веселье? Где? Веселье не обязательно. А я хочу веселье. Ну, можешь сам с собой веселиться, да. Я тебе что, наркоман, что ли? Папа, коли пидорас, мама, Оля, шлюх. Папа, Оля, а вы хотите веселья? Мама, коли шлюх. Папа, а коли пидорас, мама, Оля, шлюх. Папа, Оля, пидорас, мама, коли шлюх. Я собака, ты собака, 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 только вы потеряете всех. Спасибо вам за челлендж. Коленька, зайчик, объясни, что происходит с твоей настоящей тату? Она покажет. Тело в маске от страха испаряется. А как ты его показываешь? Это не фокус, это чистый спирт. Да? И умение вовремя остановиться. При мне, короче, вот. Ну в итоге ошел. Получил. Ошел, да, нет, да, не будет ножом, если правильно делать. Мой, короче, кореш, у него была днюха. Я, короче, блядь, исполнял хуйню всякую. Он решил тоже. Вот такие волдыри, короче.
Просто, потому что он затупил, начал исполнять гитару, понял? Коль, удари Костя, если тебе не слабо. Да не хочу я ему давать. Да? А где зачем ты перчатки? Если у меня даже 10 тысяч а будет, зачем ты перчатки ему... одел? Слушай, а в тактике у меня будет... Я ему в мягких перчатках... Нет, зачем ты перчатки делать? Одел? Бабу пиздец. Я тактические перчатки одел. Он одел, чтобы больше не разбиваться об бетон. На бетон не разбиваться. Так не разбивайтесь. Что у вас? Да, все, идите в пизду, ебать. Вот это нихуя. Вот общаемся мы с человеком нормально, блядь, по-человечески, а тут начинается, ебать. А ты, да я, блядь, ну давайте, ну хорошо. А что мы не обсудили в этих перчатках? Да, в чем перчатки вообще? Твоё фуфло. Оказывается, твоё. Твоё, что ты стрёпки кидаешь? Стрёпки кидаю команду. Она просто ебать. Я вообще ботинки ищу. Блядь, по-моему, они... Чтобы с тобой собраться и уйти. А длинные есть же есть. Ну чё, православные? Ну чё, православные? Мы оставляем девушек с вами, а сами... А что оставлять? Оля не хочет. Да, Оля очень даже хочет. Ма, наливай. Я уже не мальчик. Бля, у меня в штанах. Короче, я разу. Левчик. А не. Поговорим нахуй отсюда. Ой. Погодь. Ты, кажется, вещи забыл собрать. Вещи свои забери. В смысле? Абсолютно все свои бей вещи бабу, забери. Бей бабу, поебалу. Коля не терпи, коля бей проститутку. Нет, забери свои вещи, которые у тебя есть. Ты уходишь. Оля хочет уходить. Ну, в смысле? Тогда я одного заберу отсюда, ебать, нихуя себе, ебать. Я за него отрабатываю, нахуй, как нехуй, нахуй. Ну, клавиатуру я отсюда заберу. Я за него отрабатываю, как пидорас. Последний. Бля, ну конечно, чудаки. А слово совсем, блядь. Там видаки, хуяки, там, блядь, пятое, десятое мне приходится. Крещение, хуение, всякие эти, блядь, ну, участники, нихуясники. Ну, вот этот чат, кстати, я вам хочу сказать, мне очень сильно зашло. Кабель. Не стоит. А ну, больше? Да, положи, вытащи, короче. Мне так ломалось. Кого ломал? Вот это, вытащи, сейчас ударишь и обломишь по штуку, понимаешь? Вытащи. Это USB тоже вытащи. Вот, теперь безопасно. Ну, все, короче, девочек нас нахуй прогоняют. Ты не выкупил. В смысле, я, если честно, не выкупил. А Оля собралась. Оля собралась, Олю не устраивает. Меня не устраивает. Оля не устраивает. Что тебя не устраивает? Все не устраивает. Ты мне объясни. Когда тебе 4 минуты прогоняли за мной, я тебе почему-то не пошел. Да он, блядь, ходить не может. То есть он идет. Да он ходит туда-сюда, блядь. Туда-сюда, блядь. Оля, я нормально ходил, ебать, с учетом. Все, давай, собирай вещи. Где телефон? Какая тебе хуранница? Ну, у Даши телефон. Мне принципиально сказать. У меня нет телефона. Собирай пакет, это все. Я начал. Скандалы интриги. Давай. Давай, собирай, мы уходим. Бади бунт! Он все меня забрала. Что-то не устроило, ты со мной не согласен, все, дизайн. Если ты все забрала, все, уходим, блядь, успокойся. Положи пакет. Жалко, я ты думал, стоишь? Я думал, тебя потренировали. Нет. Кстати, а такая... Ну давай быстрее! Выезд директор тоже об этом думал. Потому что он, когда тебя увидел, сказал, он то, что нужно. Он... Могли бы
могли бы, кстати, контент поснимать, как Коля? Нет, не могли, мы хотим спать, мы не спим сутками! Спите, блядь. Перебор, я не знаю, от кого уже. Пьем, спим, это что, нормально? Не пейте. Давай, собирай! Как, говорит, легко бросить курить, достаточно не засовывать сигареты в рот и не поджигать. Давай, собирай! Хуль ты хуй путала стоишь? Блять, как мне собирать, если я держу в руках? Пакет найди, пакет положи, быстрее! Дальше я ничего не буду, я просто водичку попью. Нет, Олечка, ты, блядь, переборщил свою дорогу. Ты переборщил сам! Даша, говорит, заканчивайся, говорит, нет. Ты не видишь, что я спать хочу? Это революция в сумасшедшем доме. Покоя не будет. Ни живых, ни больных. И в поле с тобой на башке не пойду больше никуда. Я накололся, как какого-то фуфло. Ну не заел батоны чуть-чуть, ну с кем не было. Давай быстрее, но мне долго ждать. Я наколол себя какого-то. Все. Все. Мать тут как. Чатки есть, подаем готовы. Да он только против бабы может их бить. Видишь, я вся избита. Он против меня только бил. Против я мужиков просто... он не бил. Зачем я против мужика должен бить? Я просто. Я против лучше бабы побью. Моего опыта не испытывал. Ну зачем ты против бабы бьешь? Против мужика не можешь, что ли? Я положу, надеваю. Ну зачем ты так руки держишь? А ты перчатки зачем одел? Давай поработаем на руках. Я буду выкидывать, ты должен покатать. Работаем? Чё, блядь, не просто же орать, блядь, часами, да? Давай, потом. Нет, ты должен быть прямой стойкой. Тебе надо попадать. Я держу и весь спину. Попадаешь в руки. Не-не-не. Пока я ладонь не выставлю, ты не должен начинать движение, понимаешь? Один раз. Один раз. Смотри. Спусти. Смотри, это плечи поднимают, не зажимаешь, понимаешь? Тебе надо плечи расслабить, плечо подставляешь, чтобы когда от удара защищаешься. Видишь, подставка. Тебе сейчас за свободной стойки надо плечи скинь. Свободно. Вот так, свободно. Кисти не должны на прием быть. Дистанцию чуть-чуть разрываем. Вот. Я вставляю. Должен успеть за 2 секунды попасть. Один раз, но четко. Коля, ты не можешь снять перчатки обычной рукой? Коля, ты не можешь снять перчатки обычной рукой? Эту проблему, да? Давай. Коля, ты не можешь снять перчатки обычной рукой? Чё ты перчатку? Смотри, руку кидать свободно, в конце напрягаешься. С тобой человек на голую руку, а ты в перчатках. Да что, нормально. Ты не можешь? Блядь, сам от себя упал. Это не работа рукой, это работа. Смотри, эту руку вот так убери, больную убери, руку за спину убери. Не надо напрягаться, просто убери жопе, короче. А этой выставь плечо вперед, выставь это. Немножко, понимаешь, разверни плечо и работай свободно. Выставь, понимаешь? В руку попадай, нахуй ты мне, блядь, в этот ебать. В фанеру ты будешь. Не попадай, в ладонь. Вот противник перемещается. Алексей, у тебя та самая стадия, когда ты пишешь Даша все время. Красавчик.
Шиши, шиши, стой, стой. А, ой, все. Не напрягайся, не напрягайся, смотри. Мне кругу не прыгай. На меня смотри, сейчас ничего не делай. Просто смотри на меня. Руку выставь и води вот так. Я тебе покажу, что я. Нет, ладонь вперед. Да, я садист, вообще, пиздец. Вот так вот води. Смотри, как я работаю. На Дашу подарочная. Свободно, дышишь? Даша у нас... Нет, надо не бать, исполняю. Нет, нет. Ух ты, блядь, почему ты косячишь? Нихуя себе молочишь. Знаешь, почему ты косячишь? Ты знаешь, что делаешь? Ты, короче, делаешь так. Зажался, начинай. А потом у тебя нахуй козляк, понимаешь? Сколько стоит тебя забить, гость? Он меня забить? Нет, такого не знаю, надо подумать. Давай 3к. Моего забивай. Рома! Очень дешево. Я за один. Забей на веща! Ты его дешевле забиваешь. Это вы согласились. Обучение достойно. Я у тебя спрашиваю. Рома на обучение скинет больше. Подумаю, сейчас нет. Нет, забива гостя. Пока нет, ребят. Мне потому что дохуя работа на следующей неделе. Когда будет посвободнее, чтобы я... Если вдруг он, блядь, в челюгу попадет, понимаешь? Ну я спрашиваю. У меня, блядь, последний затряс, ну такой не сильно был, блядь, месяц назад, короче, я и так подтрагивал. Может, не будет? А может, не будет. А может, не будет. Открыл его. Я подумаю, ребят, реально. Я в смысле, блядь, за любой... Ставь руки. Ту другую. Ты одной работаешь? Нет, я двумя. Это, блядь, травмировано. Травмировано двумя. Травмировано двумя. Это не оплачивается, ну его нахуй. Мне ты зачем? Похер. Мне это похуй, понимаешь? Это кристаллин, да? Нет, смотри, что ты делаешь. Вставай, заебал. Дышать надо. Смотри. Сделай так, чтобы я слышал, как ты дышишь. Понимаешь? Давай. Не слышу. Не зажимай, блядь, ебаник. Выдыхай через рот. Делай, понимаешь? Через нос. Если нос, блядь, не дышит, нахуй, ртом выдыхай. Нихуя. Бля, ярость, нахуй. Только мина, блядь. Вот это не удар. Если ты бьешь тыльной стороной, то удар идет локоть, понимаешь? Локоть, вот. А то, что вот эти коря твои, ебать, деревенские сильно давай. Выдыхай, выдыхай, дыши. Красавчик. Ты сегодня хороший. Ой, на то давление поднял. Я сам какой. Богомола, блядь. Никакой самбо, а чёт, ну тварь, по-твоему, на войну идут все настолько подготовленные. Я говорю, где Оля? Это дерьмо тебе ни на какой войне не пригодится. Патроны висит нахуй. Ну, блядь, там мы уже с тобой сами разберемся. Спеть могу за донат, ребят. Я спою с ним. Дуэт, ебать. В два раза нахуй. Как это? Два пацана одного, блядь. Переживает, драться будет. За полку спою песню, но репертуар ограничен сразу бывает. Так я в итоге. Мы с тобой споем патриотически. Не-не. Любэ, блядь. Желать. Сяду я верхом на коня, ой, на коня. Ну что ты не подхватываешь?
А, блядь, братик, а как я могу подхватить, когда жена у меня спит? А нахуй ты взял разулся, если ты собрался за ней? Короче, ну, я, честно, за ней не собрался. Да. Как я собрался как сесть ее? И петь. Сяду я верхом на коня. Только не у меня, или я сяду я на коня. И чё-то там не я. Дай-ка я разок посмотрю. На голубую луну можно? На голубую луну хотя задонатить. Бля, текст читать придется. Я её, бля, в детстве только, в юности, бля, слышал. Мне даже не переслушивало как-то. На голубую луну? А раз ты не переслушал? Не хуй, союз были. Кто? Ты с этим не справишься. Алды есть? Нет, союз, помните, на воды набрать не справишься. Вот там эта хуйня была, помню. Голубая луна, голубая. Как там? Младший брат любови чистой королеву полюбил. И однажды ей в лесу. Бля, вот я не помню, короче. А твори добро, шури. По всей земле. Да? Твори давно. Бля, я, короче, реально, мне хотя бы послушать надо, потому что я нихуя даже ритм не помню. А так вообще, ну, реально, все реально. Школьник спрашивает, алды есть? Это пиздец. Только Ольга, блядь, молясь противно, блядь. Ну вот если бы не было противно. Вот киша ебать как бы, ну, да, гораздо проще. Другим во благо, не за красивое спасибо, услышавшего тебя рядом. Как-то так же, да? А вот, блядь, куплеты я не помню. На репетицию, короче, занять надо. Голубую луну. Просим, как смогут. Голубую луну. Пять бочинских. Базар! Включаешь это? Дай, короче, мне минус или блядь, плюс вообще. Йо. Прокатит, нет? Банк, да я прям с телефона включаю, все. А мне надо два телефона тогда. Потому что мне надо текст перед глазами. Тогда я включу. Или с Бовинов мобила включи. Оля! Оля! О май гад! О май гад! Оля и Коля. Ну чё? Сек. Сек. У вас тут это есть у Сека в Саратове, да? Кафе. Кто такой Сека? Это кто Сека сохочет, бля? Сделала. Ну, плюс включил ты? Минус. А я ебу как там, блядь, лучше плюс. Я, типа, хотя бы номинальная, блядь, помощь, нахуй, где чё. О, соле! О, соле мио! Как ярко светит после луны солнце. Хуёво, знаешь, петь после полутора пачек сигарет сегодня.
Слышал я одну. А, бля, подожди, вы чё? Голубую луну же ебать как сейчас. Братьев пересказ. Вроде а вроде сказка. Вроде сказка. Может, братья среди нас. Наши. Да, бля, да, на, да. Ой, как сможешь, Клэшер. Лучше сможешь, блядь. Младший брат любовью чистой королеву полюбил. И однажды ей в лесу, тенистом свое сердце подарил. Ну а старший выбрал чудо одиночество небес. Если знаешь, что когда не будет покорителей небес. Голубая луна всему виной, все услуги говорили. Этой странной любви, так ему и не просили. Голубая луна, голубая луна, голубая луна. Поднял меч и вымолвил по-братски честь моя честь. Ты люби и будь любимым, и будь счастлив, брат. Я теряю все, но ты теряешь больше, и ушел закат. Голубая луна всему виной, все вокруг не говорили. Этой странной любви, так ему и не простили. Голубая луна, голубая, как никто его любил. Голубая луна. Бля, больше людно, оказывается. А раньше так не казалось. Голубая луна. Покойничек, Боречка. Кстати, вы заметили, как резко ебать? У нас это Пенкин, Куенкин, вот это Моисеев, везде были, а теперь нихуя. Я потерял. А сейчас сколько там? Я не знаю, что это. Бля, она была наполовину. Как никто его любила. Как смог, ебать. Зашкварился, как смог. Владимир Мигуля, стихи Анатолия Поперечного. Трав. За мной нахуй. Флексим, короче, сейчас. Держи, пожалуйста. Под травы подсветы гуляют там животные.
невиданной красы. Натуре шиза. Одинока, белый, невредный, моего, исполни мне чувство. Теми золотой небесный, чей как светит взор незабываемый. И трезвый, и всратый, срат, мой блядь. Как он сыграл, нерожденный гуру визу. Ну, если задавать, уже задавать. Вот я мечтаю донат. Так уже я включил донат. Ну, я не слышал, перечитай еще раз. Флексим под вот этот трек. Ну, перечитай, пожалуйста. Флексим под вот этот трек. Ну, перечитай, пожалуйста. Я хочу убедиться. Завершается слэшер, начинается сплэтер. Вот. Мозга ебать, делать нет. Давайте сама помогу. Сейчас есть маски. Вот смотри. Флексим под трек. Соседи обгоняли. Так, в смысле, за 400 рублей я одна? Завершается сплеттер, начинается джаво. Ну, я весь день не пашу, я за рулем, блядь. Какой Рахмат Ахмат? Завершается джаво, начинается сплеттер. Матчай сил. Ты что, чай Ахматом брался? Я за Россию. Ребята, извините, если что, я правда не понимаю, про что. А для кого-то жизнь. Причем первый скрин, второй скрин, третий, четвертый скрин наш. Он даже не заметил. Он даже не знает, что он даже не заметил. Я все подряд включил. Нет. За Россию. Вообще-то некоторые песни должны быть запрещены. Нет, я не позволю себе этого. Ну помолчи, я прислушаюсь к песне, я потом скажу, блядь. Медленно, надо вот так делать. Я сама. Змея, как змея. Покажи страсть. А реверанс? Ну, давай. А я послушаю. Мы тоже устали. Я тут здесь три. Я говорю, что ты за едой схожу. Покажи еду. Жидкий хлеб называется еда. Вот, говорит, есть, говорит, нехуй. Мы только и делаем, что пьем. Ну что, завершаемся? Ребят. Да, завершаемся. Коля уже встал.
Коля, 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 Николай, сиди дома, не гуляй. Если Коля спит с открытым ртом, я уже знаю, что он все здесь спит, не спит. Я бы это бы сделала, но дело в том, что у меня камера до него не дотянется. Не, можно сверху попробовать. Видно будет, нет? Я сверху попробую. Говорит, все, Маша, давай. Поможем, чем сможем. Чем не сможем, не поможем. Если он спит со всем том, то это значит, он действительно спит. Что там происходит? Ну, это, да, херня. А есть зум? Просто охуенный зум есть? Нет, ты можешь там немножечко представить. Да, хули только сантиметров. Нет, нет, ну, в принципе, я могу пойти туда вместе просто с ноутбуком, да и все. Да никто тебя не собрался пиздить. Ты сама, бля, не башишь нахуй. Ты сам себя бьешь. Дашенька, не сюсюкайся с этими бомжами. Про петуха только что собиралась уходить. Хули это бомжи не перед нами. Не накидывайте говна, ребят. Коль. Сейчас я так вот сделаю. Бля, я, кажется, во мне погиб талант, нахуй. Коля, сейчас не оператор, блядь. Постановщик, блядь. Помех. Коля сейчас не проснется. Да ну не надо просыпаться, просто показать. Найк, ты борзов или нет? Коль. Колян, пивас будешь? Ну, короче, я сделала, что могла. Господь свидетель. На этой минорной ноте предлагаю закончить. У вас тут весело. Ты это каждый день так? Нет, не каждый день. Почти? Нет. Ну через день, Даш. Ну нет, нет. Ну через два. Три через два. Нет, уходить вы собираетесь, я сейчас зарежу. Нихуя себе, он меня не слушает, блядь. Нихуя, блядь. А она тут при чем вообще? А при чем здесь Даша? Ну а что, ну ты вообще к ней претензии имела? Даша вообще ничего не делает. Ну я вроде слышал краем уха, блядь. Дело не мое, конечно, но все-таки, блядь. Справедливости ради нахуй. Мало принес. Мало половины, мало половины. Пиво есть. Хочешь пиво? Нет, я не пью. Мало, из мелкой посуды. Хуя. Не, я в этом. За зарплату только Ольга имеет право. Я с семьей в подвязке. Давно ли? Да. Ты уже можешь снимать, там уже больше месяца. Спокойной ночи, чатик. Спокойной ночи, ребят. Всем респект.